Так. Болтает. Что, взял своего сына сегодня на охоту? Мы уехали из возле центра Флориды. Тайга, it's your fault. Yeah, тайга! Красотка. Красотка. Я пока болтаю, тайга этого. Вальчнепа подняла. Короче, взял своего сына на первую охоту. В центре Флориды есть озеро. И там есть классный парк. Сейчас мы его исследуем. Может, даже что-то добудем. Ладно. Только включил буквально и вальчнеп Алтай поднял. Ну, тайга. Тайга нашла вальчнеп. Ничего, постреляем дальше. Пошли. Может, раз взлетел здесь один. Вперед! Вперед! Молодцы, молодцы! Первый, два. Вперед! Рядом, не спеши! Не спеши! Тайга! Не спеши! Молодцы! Найс! Тайга, ищи. Видел тайга? Она знала, она там прямо его... Алтай! Красавчик, красавица. Тайга, ищи, ищи, принеси. Принеси. Да, молодец, девочка, давай, давай. Подай. Подай! Подай! Молодец, девка! Молодец! Молодец! О, красота! Бывает во Флориде красиво? Оля! Как на севере! Алтай! Эй, дикай! О, Кевин решил поубивать сегодня. Найс. Трое. Мы смазали штук 20, он 3 увидел, 3 убил. Молодец. Все, Кевин голодный не будет. Нет. Вперед, Алтай, вперед, молодец. Да. Another one, shoot it, freaking. You got it? Ух ты, мэн, Алтай вообще красавчик. Молодцы, молодцы. Да, да, да. Тачдаун. Да. Принеси. Принеси. Подай. Молодцы.
Стой, 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 катай! Кевин! Добирает птицу. У меня закончились патроны. Летела она возле меня. И я смазал. Ну, с вальшнепом-то нормально. Это надо быть профессионалом, чтобы стрелять по вальшнепу. Так, рука трясет. Ветер. Сейчас они ее подымут. Раз. И два. Опа, вот она. Оу. Вот на меня летит. Возле меня полетел. Вот так мы отдохватились. Настреляли. Сяди. И сюда. Иди к папе. Че, понравилась охота? Да. Еще пойдем? Да. Да, тяжело тебе было, да? Да. Вон, мы очень много прошли. Это километров, наверное, 16 сегодня. Он отдыхал, конечно, мы возвращались, подбирали его, но я доволен. Ну ничего, пойдешь отдыхать, потом снова как-то раз еще пойдем, чтобы ты не испугался охоты. Но сегодня мы наконец-то настрелялись. Во, пока Кевин сам бегал, взял лимит сегодня. Да ты че, Кевин, ты вообще бессовестный. А вот это я с CJ и CJ настреляли. Кевин сегодня у нас вообще истребитель. Да? Дейзи. Довольный? You got the limit today, man. Are you happy? Можно было лучше. Можно было лучше? Можно. Не, лучше не можно было. It's excellent, man. Большие такие все. Отлично. Вот так мы дарим картопу. Да, Виталий? Дети там, о, наш охотник юный, собачки, все отдыхают, каждому свое, там тайга отдыхает, хорошо нас сегодня поработало, порадовало меня, Алтай тоже красавчики. Знаю почему, но перчики на охоте слишком хорошо заходят, у меня все. Да, поохотились мы сегодня неплохо. Взяли 11 штук. Очень много мазали. Все устали. Но это было круто. Хорошая охота. Сейчас отдохнем, перекусим и по новой. Погода вообще шикарная. Прохладно. Все как надо. Лучше не бывает. Мне даже глаза уже опухши. Ну ничего, еще кофейку и снова в поле. Так, короче, возвращаемся к делу. Тут у нас соседи, которые я говорил утром, они там на место показали, где возможно есть перепел. Но перепела, конечно, мы так и не нашли. Сегодня вообще ноль перепела. Но вальшнепа, конечно, очень много было. Но дело вообще не в этом. Дело в том, что пока мы вальшнеп погоняли, этот мужик перед этим всем, короче, показал мне фотографии, как он со своими курцарами охотится на кабана, кстати. И его одна собака конкретно, ну, кабан ее порезал, он ее заштопал. Сейчас он снова пошел с ней на охоту. И вот сейчас Кевин пошел ему помогать разделывать троих кабанов. То есть они сейчас только что этими двумя собаками, двумя курцарами, ребят, загнали троих кабанов. И всех троих почикали. Сейчас он их режет там. Так что с курцарами можно и на кабанчика. Они с этим хорошо справляются. Не только по птицам. А, кстати, он еще этими курцарами охотится на перепела, на вальшнепа и на фазана.
Вообще, там универсальную собаку снег сделал. Но я, наверное, со своими на кабана никогда не пойду. Что-то мне кишка у меня, что-то танка. Ну, люди это делают. Здесь, во Флориде, это довольно не, еще и неплохо они себя показывают. Красавчики. Вот немцы. Вот наши новые друзья. Вижу свою добычу. Поросенка, которого они добыли с курцара. Кстати, вот этот курцар, девочка. Это она сегодня кабанов гоняла. Она уже зашита. Ну ничего. Это ей не мешает. Красота, ребят. А перепела нет. Сейчас мы вечером ходим. Только по перепелу. Решили никаких снайпов. Это и свальдшнепов. Только перепел. Красота здесь. Еще раз давай. Хай сам делает. No, he's gonna drop it. Nah. Gonna do it by yourself? No. Okay, now shoot it. Ого. Вечерняя красота. Следующая неделя уже будет жарко. Утренняя охота. Посмотрим. Алтай нервничает, да, Алтай? Тебе чуть-чуть вчера досталось. Ну ничего. Молодцы. Идем. Thank you, sir. Okay. Вот, курица. Алтай! Алтай! Вот так курцхары добывает кабана. Ребята с Кубы научили собак работает почти по всему. Конечно, эта собачка получает, но добывает кабанчиков. Но я стараюсь своих собак держать подальше, не хочу, чтобы они работали по кабанам. Но каждому свое. Ну, прям вот так и разделаем. Вот это experience. Good job, guys. Это не подходит. Ну, а ты я. Дара, сувы. Аут. Так, у нас перевал. Собачки отдыхают, все отдыхают. Красивая Cypress дерево, не знаю, как оно по-нашему. Красота. Ветерок продувает. Ну,
вот еще охотники подошли. И тут, короче, случилось. Начали собаки друг друга грызть. Тому уши порвали, а ей за глотку там укусили его. Порвали глотку, видите? Аж начала это опухать. Да. Даже такое бывает. Так, решил я не плыть через дорогу. Ну вот, мои собачки. Рыбачная где-то там сидит. Помогает. Интересно, собаки как-то знают, что кто-то старше, и все, и уступают. Это интересно. Обычно Алтай всегда впереди, тайга помогает. Здесь собака старше, чем Алтай, и Алтай помогает уже. Алтай не идет вперед. Oh yeah. Еще сейчас один будет. What, one more! А, я так и знал. Так и знал. Так и знал. Я. Ничего. Серега, Женя в машине. Короче, это я буду заканчивать с прошлой охоты, короче. Короче, закончилось на кабанах. Потом мы пошли постреляли птиц. Потом пострелили мне собачку. Потом подстрелили какого-то дядьку там. Да. Короче, и кончилась охота. Короче, та охота закончилась. Ну, было прикольно. Научились что-то нового, как всегда. Главное, что все обошлось. Было интересно. Да, все, выходите на это самое. На природу. Будьте осторожны. У вас все получится. Охотитесь с собаками. Это просто экспириенс и время. Да. Все. Experience, опыт. Да, все, у нас новая неделя, новая охота. И у нас еще остается на Флориде одна неделя охоты. И все. На, ну, в нашем регионе здесь. Севернее есть, но туда слишком далеко ехать. Короче, все. После этого будет следующее видео тоже. Короче, видео будет.